Дорогие друзья, только что вы слышали волшебные звуки челесты. Каждый раз мелодии сии на весне композитора Татьяны Смирновой мы открываем наши музыкальные встречи. И сегодня, как и прежде, вас приветствует композитор и пианистка, автор программы, ведущая, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Татьяна Георгиевна Смирнова. Выступала много и в камерных концертах, и в опере.
В Большом театре она спела в опере Верди «Бабушка Рад», в «Пиковой даме». «Бабушка Рад», вы знаете, Верди, да, большая опера, которая все-таки, слава Богу, идет на сцене Большого театра. А, конечно же, «Пиковая дама» Чайковского, где она принимала участие. И по волжских городах целое большое было турне у нее, где она пела и в Саратове, и в Чувашии она пела, и в разных городах. И вот сегодня она пришла к нам в гости. И я попросила, чтобы Хитоми, конечно же, спела и свои песни, свою музыку, и русскую музыку. Ибо здесь очень видны связи наших культур. И, правда, вот то, что будет звучать, скажем, из русской музыки Сергея Васильевича Рахманина, это отношение не имеет к Японии, но вообще к восточной теме. И там еще одна интересная страна, которая прозвучит, Грузия. Грузия, мы знаем, обращались многие русские композиторы и любили эту страну за их свободолюбие, за вот, необыкновенно красивую природу. Там много таких моментов, которые действительно ценило наше искусство, наши русские поэты и художники, и музыканты. Но я должна сказать, что вот этот прелестный романс «Непой красавицы» при мне, стихи Александра Сергеевича Пушкина, вы знаете, пожалуй, Тарахматовский романс один из лучших лирики русских композиторов, относящийся вот к этой большой стране Грузии. И еще, конечно же, мы не могли себе представить выступление Хитоми Самады без, как посланницы культуры Японии, современной культуры Японии. Ибо вот Сэй Цукамото, это современный композитор, который написал очень интересную оперу «Омуцу». И вот эта опера, она такая трагическая, фабула в этой опере. Перескакивать я не буду, но я скажу только, что трагическая фигура девушки Омуцу, полюбившейся Джаро из Тушиповского юноши, это немножко похоже на историю Ромео и Джульетты, только японскую. И надо сказать, что композитор, вникнув вот во всю фабулу вот этой очень интересной истории, он создает это как бы ария воспоминания Онуцу о Сэджаро любимом, который был убит, и который она, образ его носит в своем сердце, и она немного сходит с ума, и потом ей помогают монахи монастыря, и она все-таки уходит в монастырь, и вот эта вот последняя ария воспоминания о любимом Сэджаро. Вот. Итак, я приглашаю на сцену, поет Хитоми Самада. Вы видите традиционные японские костюмы, кимоно, очень красивые. Но это было замечательно, потому что вообще, вы знаете, что костюм японский, кимоно одеть чрезвычайно трудно, на это нужно полчаса. Потому что это целое искусство, искусство кимоно одеть. Значит, мы начнем, будет звучать японская песня «Сакура». Но «Сакура» — это символ, как бы, один из символов Японии. И вот представьте себе, когда в горах цветет сакура, это такое бледно-розовое облако из листьев и прекрасных цветов, пахнущих. И вот эта вот сакура — это как бы символ, песня. Thank you.
собираюсь еще выступить сегодня, но уже в другом качестве. И сейчас мне бы хотелось коснуться, ну вот у нас традиции клуба, вы знаете, всегда звучит поэзия, классическая поэзия. В основном русская, но вот сегодня есть возможность послушать драгоценные страницы, поэтические страницы, принадлежавшие другим странам. Это Грузия и это Персия. Ну, персидская поэзия, древняя персидская поэзия, 9-12 век, вы знаете, и Фирдоуси, и Саади, и многие русские поэты тоже касались этой страны, потому что страна замечательная. А как вот она теперь называется? Персия. Иран, да, в 1935 году название этой страны поменялось и стало Ираном. Культура древняя, культура богатейшая. И вот, конечно, русские поэты не могли не откликнуться и не как бы свой взгляд на эту страну не выразить в своей поэзии. Итак, Сергей Александрович Есенин тоже создал целый большой цикл персидские мотивы. А, конечно, если говорить о том, что мы сегодня будем еще слушать, это мы продолжим не грузинскую тему. Сегодня вот Сергей Васильевич это представлял Рахманинов. А, конечно, слово Михаила Юрьевича Лермонтова, который написал очень много о Грузии. Вы знаете его и поэмы, посвященные этой стране. Вы знаете, что вообще в Грузию тяготели и очень много русских художников, музыкантов писали о Грузии. И, конечно, здесь нельзя не вспомнить Энцири Лермонтова, здесь нельзя не вспомнить и совершенно великолепную оперу Рубинштейна «Демон». Тоже, кстати, сюжет лермонтовский. И, конечно, вот эта великолепная грузинская пение ансамблевая, которая захватывает глубины души, вот это мужское, глубинное, такое гордое, совершенно неприступное, вот как сам человек грузин, вот он, все самодостаточное и очень выразительное вот это вот пение грузинское, ансамблевое, это замечательное явление. И вот, конечно же, Михаил Юрьевич Лермонтов проникся, как говорится, живя там, и не только думая об этой стране, он создал совершенно удивительные произведения. Я хочу пригласить на сцену артиста Андрея Гетмана. Guys,
горячие руки, уста прилипали к устам, и странные дикие звуки всю ночь раздавались там. Как будто в ту башню пустую сто юношей пылких и жен сошлись на свадьбу ночную, на тризну больших похорон. Но только что утро сияние кидало свой луч по горам, мгновенный мрак и молчание опять воцарялись там. Лишь терек в теснине Дарьяла гремя нарушал тишину, волна на волну налегала, волна погоняла волну. И с плачем безгласное тело бежало оно снести в окне тогда. Что-то белело, звучало оттуда «Прости!» И было так нежно прощанье, так сладко тот голос звучал, как будто восторги свидания и ласки любви обещал. Конечно же, Омар Хайям – автор замечательных произведений, стихов, и философ, и врачеватель, и путешественник, и прозаик, оставил миру огромное наследство. Мы послушаем Омара Хайяма и Сергея Есенина. Если б мне всемогущество было дано, я бы небо такое не зринул давно и воздвиг бы другое, разумное небо, чтобы только достойных любило оно. Откуда мы пришли, куда свой путь вершим, в чем нашей жизни смысл, он нам непостижим. Как много чистых душ под колесом лазурным сгорает в пепел, в прах. А где, скажите, дым? Свет вечерний шафранного края, тихо розы бегут по полям. Спой мне песню, моя дорогая, ту, которую пел Хайям. Тихо розы бегут по полям, сердцу снится страна другая. Я спою тебе сам, дорогая, то, что сроду не пел Хайям. Тихо розы бегут по полям. Воздух прозрачный и синий, выйду в цветочные чащи, путник в лазурь уходящий, ты не дойдешь до пустыни. Воздух прозрачный и синий, шепот ли, шорох или шелест, нежность, как песни Саади, в
вмиг отразится во взгляде месяца желтая прелесть, нежность, как песни сади. Голос раздастся Бери, тихий, как флейта Гасана, в крепких объятиях стана нет ни тревог, ни потери, только лишь флейта Гасана. Вот он удел желанный всех, кто в пути устали, вечер благоуханный пью я сухими устами. Ветер благоуханный. Хороша ты, Персия, я знаю, розы, как светильники, горят, и опять мне о далеком крае свежестью упругой говорят. Хороша ты, Персия, я знаю, я сегодня пью в последний раз ароматы, что хмельны, как брага, и твой голос, дорогая шага, в этот трудный расставание час слушаю в последний раз. Хороса не есть такие двери, где обсыпан розами порог, там живет задумчивая Бери. В хороса не есть такие двери, но открыть те двери я не мог. Персия, тебя не покидаю, навсегда ли с тобою расстаюсь? Из любви к родимому мне краю мне пора обратно ехать в Русь. До свидания, Бери, до свидания. За мгновенье мгновенье и жизнь промелькнет, пусть веселье мгновенье это блеснет, берегись, ибо жизнь — это сущность творенья. Как ее проведешь, так она и пройдет. Загадок вечности не разумеем ни ты, ни я. Письмен неясных не умеем ни ты, ни я. Мы спорим перед некою завесой, но в час, когда пойдет завеса, не уцелеем ни ты, ни я. Инструмент.
Скорее всего, нет, потому что их мало в России. Это электронная пианола. Но вы знаете, поразительно то, что ну, я как композитор отношусь к инструментам подобного рода не очень хорошо, потому что мне кажется, что живой звук живого инструмента, он гораздо богаче. Он богаче во всех смыслах. И для композитора, конечно, ну, доля эксперимента всегда есть, потому что любое произведение, которое ты создаешь, ставишь какие-то задачи и художественные, и чисто развивающие для себя, потому что интересно какой-то новый ансамбль попробовать, интересно какой-то состав совершенно необычный попробовать. Это всегда для композитора притягательно. Но вы знаете, чему я поразилась, когда мне довелось в Германии работать на этом инструменте неделю, я поразилась какому-то сходству ощущения, вот как пианистка, я это хорошо понимаю, ощущение инструмента, ощущение клавиш, глубокий, выразительнейший звук, и отдача этого инструмента поразительная, вы знаете. Я почти не ощущала, что это электроника. То есть это совершенно, видимо, совершенное создание современное, потому что звучит просто поразительно, и там столько эффектов, там столько разнообразия, что я даже рискнула записать диск, и диск, где представлена классика, но вот так, как я слышу, скажем, в этом инструменте, там у меня записан Моцарт, я не знаю, если сегодня вот этот диск в продаже, но он так звучит, эхо Курцвайлев, классика вот, звука Курцвайля, да. Там записан Скрябин, там записан Моцарт, скажем, Фантазия, записан Бах. И вы знаете, я почувствовала ну, удивительную, просто какое-то необыкновенное краски, которые дает вот этот инструмент. И тогда я написала вот версию вот Штирайского фонтана. Это гораздо большая композиция, нежели то, что вы сейчас услышите, развернутая. Но для того, чтобы вы послушали хотя бы звук этого инструмента, может быть, я попрошу дать после того, как мы исполним, одну часть, последнюю самую часть звука Курцвайля, как это будет, это самый-самый финал, вот это буквально две минуты, наверное, одна минута, которая завершает ту композицию, но это именно вот Штирайский фонтан уже в звуках Курцвайля. Кирей сидел, потупя взор, янтарь в устах его дымился, безмолвно раболепный двор в круг хана грозного теснился.
вчерашние пиры волшебной арфой оживляла. Thank you.
Тобриду возвратился хан, и в память горестной Марии воздвигнул мраморный фонтан в углу дворца уединенный. Редкие записи.
изучает миллион людей, писать Исаии Лавры. Это уже современная Индия, аватар,
которого тянутся миллионы людей во всем мире. Но представьте себе, вот очень жаль, что, конечно, мы не можем в этом зале показать материал уникальный. У меня, я готовилась к этой встрече и потом уже узнала, что это будет в выставочном зале, где нельзя показать видео. Но последние годы жизни Всеслав Ростропович, как и многие другие музыканты, поехал в Индию, и именно в ашрам Сати Саи Бабы для благословения. Это удивительная тяга людей многих быть там, на юге Индии, увидеть, услышать, получить даршан, благословение Сати Саи Бабы, великого аватара. И надо сказать, что там такие прекраснейшие песнопения, вот это мы оборвали, конечно, это можно слушать очень долго, потому что это действительно духовное начало идущее, вот когда аватар Сати Саи Бабы обращается к пришедшим, к миллионам людей, когда у него день рождения, все стекаются в Бангалор, и все хотят увидеть, услышать и получить благословение Сати. Это такое явление, которое, к сожалению, у нас очень мало освещено. Вообще в нашей прессе почти практически никогда не говорилось об этом. Но те люди, которые интересуются духовной культурой, кто интересуется действительно странами Востока, знают об этом и стремятся попасть. Пока что Сати Саи принимает всех, и вот его божественные принципы, такие как истина, любовь, такие как согласие, вот на этом его строится обращение к студентам, к его, как говорится, кстати, он на юге Индии создал и не одно, а несколько центров и культуры, центров, где образовывается очень талантливая молодежь. И вот эта молодежь, она потом идет и вот эту культуру, большую культуру, благословение посылает идущим к ним, потому что это как бы вестники, идущие о Сати Саи Бабы. И надо сказать, что поразительные празднества с обилием музыки, каких-то даров, которые делает Сати Саи, совершенно незабываемые. Я думаю, что если у нас будет возможность такая, а следующая встреча будет в малом зале, здесь, на четвертом этаже, там, где можно показать, я думаю, если вы хотите, мы посмотрим все-таки вот этот 8-10-минутный фильм об Индии, хотя у нас будет Италия, но все-таки мне очень жаль, что вы не видите и не чувствуете вот эту силу, притягательную силу деяний Сати Саи Бабы. Вот здесь образ его есть тоже, вы потом в конце можете посмотреть, но это не цветная съемка, а, конечно, видеофильм, это совершенно другое впечатление производит на всех тех, кто обращается к нему. И вот так немножечко мало я об Индии, хотя это страна, о которой можно много говорить, конечно. Здесь мы вспомним и русского путешественника, великого писателя.